Чтобы вам не было скучно, посмотрите обязательно ролики из Таиланда. Вспоминая Бангкок. Чудеснейший город. Сделали ролик про прогулки по Бангкоку. Пожалуйста, поглядите. Там много всего интересного. Сегодня первый официальный день нашего тура. Вчера был неофициальный. Целая команда чешет в поисках приключений. Посмотрим сегодня и каналы, и Будду, и еще что-то. Когда еще придется оказаться на таком великолепном фоне? Мне даже кажется, что я нахожусь в золоте. Это очень красивый буддийский храм. И мы тут, конечно, бродим. Для меня это впервые такое вот. Видите, глаза расширились у меня как просто от красоты. Только поглядите. Это просто... Чуваки заморочились так, что ни словом сказать, не пером описать. И это, не знаю, пятиэтажный дом, наверное, как минимум. Затулили такую штуку. Очень красиво, очень-очень-очень. Просто невероятно. Невероятно. Все столбы. Жалко, еды здесь не дают, но когда смотришь на эту красоту, конечно, про голод забываешь. Внутри огромный золотой Будда. Очень красиво. На стенах фрески. Невероятно красивые. Замечательный. Внизу сидит монах, который вяжет браслетики. Ну, не браслетики, а веревочки вот такие вот. Оп. Желтенькие, да. Желтенькие. Очень-очень. Тут сетки от комаров. Тут палец пролазит. Но комар, говорят, не догадывается сюда пролететь. Тайские комары не такие сообразительные, как русские. Симпатичный двор, много разных статуэток. Рядом с тем храмом, с которого я вышел, возвышается рядом вот это один из самых красивейших храмов Бангкока, который в свое время начали строить, обнаружили, что не хватает керамики для отделки. И тогда король попросил жителей помочь ему с разбитыми тарелочками. И жители ему натащили сюда тарелочек тонну. Видите, они здесь вмонтированы. Вот так вот получился очень красивый храм из битого, значит, керамического материала. Они тут обтачивали, делали вот такие вот чешуйки для божеств, это, которые изображены здесь. Ну, короче... Здесь очень красивые вот эти все вещи. Мы пришли на китайский рынок. Здесь, конечно, всего того, чего я вообще никогда в жизни не видел. Полным-полно. Но я сейчас, конечно, покажу массу всего. Что знаю, поясню. Что не знаю, ну, пояснять не буду. Но все-таки здесь, конечно, экзотика самая настоящая. В Чайна-тауне продают вот такие вот копченые утиные принадлежности. Значит, это грудка, вот это ножка, это свинина, наверное. Вот это бекон, грудинка, это голова свиньи, мутно напоминающая свинью, а вот это целиком утки, пригорюнились, под крыло голову сложили, летят утки, и с этой стороны еще, можно вот в вакууме.
Вот, голова свиньи. Бекон, грудки, ножки в вакууме. И здесь все это висит. Да, здесь, конечно, разнообразие. Просто вау. Начиная от того, что есть черешня. Вот такая красивая. Хурму сушат. Вот абхазы бы научились, вернее, научили бы их сушить хурму, а то они очень красиво сушат хурму. Китайцы. Значит, здесь полным-полно вот этих кишок, кишки. Вот это вот кишки, которые были просто высушены. Вот эти вот. А это уже в масле взорванные, как попкорн. Вот здесь вот узелки из кишок, которые можно варить. Здесь всевозможные орешки. Орешки, крупы, сушеная рыбка. Какого только здесь нету. Маринованные всякие овощи. Я даже не знаю, что это такое. Но мухи здесь летают, значит, вкусно должно быть. Вон, капуста квашеная, сельдерей квашеный, а или бок чо это. Изобилие сушеных креветок. Чем крупнее, тем дороже в батах. Значит, огромные сушеные кальмары, которые жарят. Мама мия, что это черное? Никто не знает. Переводчиков нету. Она сказала, что это овощ пико. Это оливки. Мясо оливок. Оливки. Пикл? А, вот из этого. А, это грибочки? А, шиитаки маринованные. Ага. This one? Vegetable. Овощи какие-то. А это вот оливки как раз. Типа каламаты. Блин, сколько тут чипсов. Вот из вот этой вот ботвы всяко разное. Вот этот коллагена вот этого непонятного. Шкура всякая. Потроха. Кишки. Да, да, да. Это все съедобно. Вот это, наверное, уши, да? Нет? Это похоже на уши, но вообще это, нет, наверное, не уши. Жир какой-то, да? Огромное количество всевозможных маринадов. Все маринованное, все, что можно себе представить. Начиная от чеснока, мелкого лука, корня лотоса, бамбуковый корень, капуста, кочерышки капустные. Тут вообще что-то непонятное. Похоже на китайскую капусту, но почему она такая свернутая? Наверное, фаршированная чем-нибудь, как всегда. И здесь, конечно же, продают тефтельки. Здесь на пару готовят всевозможные пирожки и булочки. Они в таком виде, вот разное тесто лежит, подходит. Вот лежит, подходит тесто. Скоро превратится вот в эти вот булочки. Китайского чая, конечно, здесь безграничное множество. Что хотите? Тигуанинь, жасмин, зеленый чай. Хризантемы. Что говорить про количество готовой еды, которая представлена здесь в изобилии. Вот здесь вот свининка, уточки, курочки. Все это нарезается. Ну и, соответственно, для желающих вот эти все непонятные потроха можно здесь попробовать. Не уверен, конечно, что мы согласимся, но интересно. Цвет и вид. Вот так вот выглядят куриные ноги. А, не-не, это сухожилия то ли свиные, то ли говяжьи.
вымоченные, вываренные во льду. Вот это, конечно, похоже на трепанга, но я не уверен. Я спросил у тетеньки, она все-таки сказала, что это трепанг. Очень полезная штука для мужчин и женщин. Разнообразие морских гадов, конечно, корни лотоса, а это огромные куски трепанга. Они вон разные всякие бывают здесь. Маринованный корень лотоса. О, какая-то жижа, да. Это какой-то десертный суп. Мы решили попробовать вот эту штуку. Нам наложили ее в бочонок и добавляют сюда джекфрут на меду. Ну, вернее, скорее всего, это сахарный сироп. А вот этот шуга. Шуга-сироп. Вот это сахарный сироп. И джекфрут. О, какая получается штука. Какая штука? 30 бат, на наши деньги 60 рублей. Значит, вот эта жижа, которая состоит из мармеладных каких-то червячков. Да. Вот, ее надо попробовать ее. Я сначала без джекфрута. Тут непонятная, как хрустящая штука. Живого происхождения. Пищит. Остальное все мармелад, да. Ну так вкусно. Ну, судя по тому, как ты загребаешь, то вкусно. Слушай, ну китайцы едят. Я что, белый, что ли? Ты белый. Нормально? Для эксперимента сойдет, но, во всяком случае, это не противно. Еще раз будешь есть? Ну, в следующий раз приедем в Бангкок, буду есть в следующий раз. Все специи мира здесь перемалывают, упаковывают. Тысячи видов перцев. Магазинчики. Это вот точно корень лотоса? Вот, это вот корень лотоса, да. Это семена лотоса. Маринованные. Семена лотоса. Это вот банановые листья просто накрутили, если кому пожевать. Скучно будет, можно просто пожевать. А это эти же семена, только они уже расколотые. Вареные курочки уже висят. Красивые. О, огонь. И вот единственная лавочка, в которой мы обнаружили свежий тофу. Потому что найти на китайском рынке тофу оказалось так же сложно, как и найти русский борщ. Вот. На щи, конечно, похоже, но на борщ нет. Обилие димсамов, конечно, поражает. О, что это такое? В один димсам зарубился краб. Спрятался, но его нашли и отварили. Мы отчаливаем от пристани. На лодочке прокатимся немножко по рекам и каналам Бангкока. Вот в таких домиках на воде живут прибрежные, так сказать, тайцы, речные. У каждого своя веранда. Гаражи не строят. Просто привязал коня к столбу, он какому-нибудь бетонному, и свободен. В вечернем платье, конечно, на лодку уже сложно сесть, хотя у кого погламурнее домишки, там и можно. Там и можно. Бабуля такая промчалась. Так, тут на понтоне какая-то рыбная, судя по боксам, рыбный рынок, наверное, здесь работает. Или кафешки вечером открываются, которые жарят рыбу.
соусы стоят и боксы, и вон горелки газовые. Да, наверное, это большое кафе. Остановились покормить рыбку. Кидают по пол батона. Рыба, но ее можно даже жарить, маслом не поливать на сковородку. И голубь такой. Сейчас он у рыбы отберет весь хлеб. Ну, они тут мощные, конечно, эти дельфины. Отгоняйте хлеб, чтобы лодку не перевернули. Дальше бросайте. Они сейчас косяком раскладку понесли нас. Ну, они близко что-то не хотят подплывать. О! А лещи там. Там сразу полбулки захватывает. Ох ты, смотри, здесь можно сеточку рыбануть, порыбачить слегка. Да помельче бросай, они же так, вот такими большими. Беленькая пошла. Это альбинос среди всех этих друзей. Да хорошо, видишь, они будут заниматься долго с этим. Опа, схватил, сразу проглотил целый кусок. Видишь, надо побольше. Мама мия, Санта Мария, сейчас тут будет вообще... Они выстраиваются вон. Это все растет в реке. То есть никто тут особо... Да, размножается. Вот здесь, вот в этой реке все это растет и размножается. Тут просто кишмя кишит этой рыбы. Разновидность сомика. Это не то, что клариевый там. Наш любимый, это дикий. Пангасиус. Ну да, а, да, да, пангасиус, кстати. Точно, он и есть. Кстати, вот такой вот сифуд-салат из морепродуктов, да, делают вот очень простым способом. Добавила чили, теперь рыбный соус. Очень крутая тема получается. Кстати, я в прошлый раз, когда был в Таиланде, не ел такой вещицы. Да. Это тоже как бы из зеленой папайи, вот из этой вот салат. Значит, коралловые грибы, которые... Мы все знаем, их отправляют в бульончик, они там подвариваются вместе с кальмаром и креветкой и отправляются в тазик. Ну, то есть вот это все сырое. Да, и сюда нужно добавить обязательно ножки чикен, в смысле куриные ножки, которые самые ножки-ножки, там одна шкура, только костей нету. Все, кальмарчики, мидии, креветки. Все вместе это превращается в совершенно шикарный салат. Потом кинзулька туда, морковочка. Еще кальмар. Так, а грин папайя? А грин папайя? А, окей. Вот так вот. Все, финиш. О, thank you very much. Oh my god. It's amazing. Как говорит Володя Мухин, но супер, конечно, круто. Да, на максимальном огне ребята готовят какую-то, значит, какую-то чачу, короче. То очень сложно понять. Китайская капуста, потом лапша сухая, немножко добавляют куриный бульон, судя по всему, и какие-то секретные ингредиенты, которые, в общем, сложно представить и спросить, они нифига не говорят по-английски и очень плохо это все дело. Но вот что-то они туда добавляют. Вкусно. Все люди тут вот эту штуку едят. Едят, тут целая, блин, палатка, которая кайфует от вот этой вот еды. Fish соус? Сок? Окей, сок. Что это такое? Хер знает. Все готово.
Ready? Very good, nice. Thank you very much. Мы приехали в красивый храм. Значит, здесь огромное количество колоколов. Конечно, непременно в каждый хочется дзынькнуть. Наши ребята, конечно, сразу же решили постучать во все ворота. Мама мия! Это что же за звук-то такой? Это Андрей, вот он нас привел на крышу. И мы, соответственно, видим, что вот здесь какая-то огромная монументальная фигура. Вот здесь вот, конечно, все это охраняют. Какие-то, не знаю, бодхисаттвы, наверное. Ну а здесь, конечно, все это выглядит как огромный-огромный колокол. Что будет, если ударить бубен? Так. Нужно взять вот эту мягкую штуку. Главное, чтобы никто вокруг не обосрался от него. Чем выше забираешься, тем красивее город. Ну, во-первых, прекрасно все видно. Во-вторых, конечно, он имеет огромное количество высоких зданий. На улицах продают вот такие вот кальмары. Прищепкой засушенные, непонятные. Ну как непонятные? Кальмары. Сколько взять? Да, три. Ну, типа чуть-чуть попробуют, да. Значит, посмотрим, что будет делать этот человек. Сам. Он на углях этого кальмара на решеточке жарит. Вот так. Зачем жарить сушеного кальмара, никто не знает. Но, тем не менее, это какой-то местный специалитет. Я подозреваю, что у него вкус должен быть... Он сжимается, да. Но вкус должен быть как у рыбного пузыря, когда папа пивко пьет, вот ребенку поджигает на зажигалке. Вот какой-то такой должен быть вкус. Так, закрываем. Уголь не расходуем. Теперь его нужно прокатать через вот эту отжималку для белья из советской машины стиральной. Вон, раскатал, побольше стал. Так, берем. Берем вот эту штуку. Кальмар стал мягкий. Вот такой. Выглядит вот так. Ну как? Это, конечно, несъедобно. Ну, вкусно. Несъедобно, но вкусно. Попробуй. Это... Тухлый, но. Ты будешь сильным. Биг-банк. Ну, в общем, горьковато. Но кальмар. Я говорю, как подожженный на зажигалке рыбный пузырь. С пивом потянет, да. Ночью Бангкок не спит и не собирается, по-моему, до утра спать. Это мы на рыночек, на ночной пришли поесть паттай. Ну и вот сейчас как раз здесь тёнька готовит нам выбирать. Какую лапшу? Какую лапшу выбираешь? Не знаю, какая вкусная. Давайте вот эту. Да, вот этой лапши. Сковородка кривая такая у нее.
Лапша на выбор. Ну и, соответственно... Нет, сахар. Это был сахар, рыбный соус, немножко чили масла. А на Пхукете паттай по-другому готовят. Здесь, конечно, поинтереснее. Бангкок все-таки. Бери, тебе готово. Приправы добавляй. Чили, перец. Это арахис. Вот здесь арахис. Вот здесь чили сушеный. Вот здесь чили моченый. А здесь при креветки. Креветок обязательно добавь. Вот такая вкуснота получилась. Ну что, вкусно? А что ты там чили перца-то мало добавила? Лично себе я посыпал обильно и арахисом, и чили перчиком.